АО «Кастелерадио» сообщает, что в 2018 году начинается поэтапный переход на цифровое эфирное телевещание с отключением аналогового телевидения. Аналоговое телевидение – это уязвимость сигнала при помехах, что приводит к худшему качеству изображения и звука. Мы переходим на новый уровень, в эпоху цифрового телевидения. Цифровое телевещание – это высококачественная передача видеосигнала и звука, возможность просмотра отечественных телеканалов в отличном качестве. До 30 телепрограмм в областных центрах в городе Астана и Алматы. До 15 телепрограмм в самых отдаленных и малонаселенных уголках страны без абонентской платы. Внедрение цифрового вещания снизит информационное неравенство между городом и селом. Для подключения к ЦТВ необходимо проверить наличие возможности приема сигнала DVB-T2 на вашем телевизоре или приобрести и установить приставку стандарта DVB-T2, а также необходимо приобрести антенну дециметрового диапазона. Абонентские приемники стандарта T2 доступны в магазинах по продаже бытовой техники и электроники. Весь мир переходит на цифровой стандарт. Полная информация о цифровом эфирном телевещании размещена на сайте www.kasteleradio.kz, колл-центр 193 и 2-581-500.